Здравствуйте, друзья! Сегодня занимаюсь несвойственным для меня делом, диагностируя автомобиль Lexus GX470. Давняя проблема у клиента – горит чек. Недавно приобрел я сканер фирмы Launch, прочитал коды ошибок. И основная ошибка у нас – P2238. Банк 1, сенсор 1, низкий уровень тока. Следует отметить, при любой ошибке в двигателе, когда загорается лампа check engine параллельно, загораются лампы неисправности traction контроля, ABS-системы, вот эта вся гирлянда VSC и прочее. Это специфическая логика управления данным автомобилем. Если блок управления двигателем фиксирует неисправность, значит, он предполагает, что двигатель не может выполнять возложенные на него задачи и автоматически отключает систему traction control и курсовой устойчивости. Пугаться не надо. Это попутные ошибки, на них можно как такового внимания не обращать. Основная ошибка – это ошибка именно по работе двигателя. В данном случае это у нас ошибка P2238. Банк 1, сенсор 1 – это первый датчик кислорода на левом ряду. То есть банк 1 – это у нас левый ряд двигателя. То есть, соответственно, со стороны руля банк 1, с правой стороны банк 2. Ну и датчик, первый датчик вверху, сенсор 2 – это сенсор внизу. Датчик я уже поменял. Взял я датчик Denso, аналог DOX-0263. Универсальный датчик сюда не идет. По крайней мере, по каталогу он мне не выдает никаких замен. Либо оригинал, либо Denso. Датчик, который стоял на автомобиле, скорее всего, был оригинальный. Да, датчик Toyota. В общем, это тойотовский датчик, скорее всего, он еще оригинальный. Для замены мне потребовался вот такой инструмент на 22, так называемая рыбка. И куча всяких длинных отверток, маленьких, больших, фонарики и прочие фигня. Вот, сразу скажу, что датчик расположен в очке. По-другому и не назовешь. Вот я залез сейчас в нишу левого переднего колеса, и можно видеть, первый кислородный датчик у нас находится вот здесь вот вверху, в задней части выпускного коллектора. Доступ к нему затруднительный, кое-как я туда добрался, его открутил. И основная свистопляска возникла еще и с разъемом. Там все было загрязнено, кое-как я еще и фишку снял. Очень много времени ушло на снятие разъема. Все, датчик поменен, ошибки все сброшены. И, соответственно, сейчас я поеду тестировать автомобиль. На заметку, аналог DOX-0263. Это верхний датчик кислорода. Lexus GX470. 2005 год автомобиль. Банк 1, сенсор 1. Еще раз повторю, ошибка в двигателе была P2238.